Привет, любимая. Что, плохи дела в Шанхае? Порно уже не развлекает? Да это не я. Ну, во-первых, это вышло случайно. Я был не в себе. Трюк не сработал. Я тебя люблю. И желание у тебя есть? Конечно. Что-то неладно у меня с эрекцией. Не говори. Последние 22 года. Кто бы удивился? Кристиан? Ты в этом уверена? Еще бы. Как в себе и в полиции. Скажешь тоже. Мечтать никому не запретишь, но не всякую мечту можно осуществить. Ты глянь на него. Хоть сейчас в Палестину. Ты больше любишь девочек или мальчиков? С бабами веселее. Золотые слова. У тебя утренняя эрекция? Да нет. Успокойся, тебе сразу станет легче. Избегай стрессов. Я тебя ни в чем не упрекаю. Вот так и поступай всю жизнь. Долой стрессы. Столько лет тащить эту обузу. Кто бы такое выдержал? Разве мы с ней были парой? Это наказание. Постой, Матьё, вернись! Кристиан спит с Доминик. Что? А кто тебе сказал, что нельзя спать с женщиной родного брата? О, боже. Мы теперь как настоящие влюбленные. А ты? С прекрасной блондинкой? Ты не сердишься? Мне туда? А как вас зовут? Женевьева. У меня между ног начинает вытанцовываться. Прекрати. Детям не обязательно это слушать. Эй! Эй! Я все объясню. Чего? Думайте о том, что вас возбуждает. Утята. Все хорошо.